Ми починаємо наш денний ефір на 7-му телеканалі. В студії з вами Тетяна Миленко. Доброго дня! Сьогодні поговоримо про кардіохірургію у медичному домі «Одрекс». В гостях у нас Турлюк Дмитро, кардіохірург та заввідділенням кардіохірургії медичного дому «Одрекс». Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, які пацієнти найчастіше звертаються до вас за допомогою? Ну, написано же на екрані, что я кардиохирург. А кардио – это переводится как сердечный хирург. Поэтому в основном ко мне обращаются пациенты с заболеваниями сердца. Сердце – такой орган, в котором есть немного заболеваний, то есть заболевания сосудов сердца. Видите, сердце вроде кажется мышечным органом, в нем есть сосуды. Его надо лечить, потому что забитый сосуд – это инфаркт миокарда или стенокардия. И клапаны. Клапаны сердца могут пропускать, и тогда это недостаточность, их надо починить. Либо они сужаются с различными заболеваниями, тогда их надо заменить. Яка вікова категорія людей найчастіше звертається? Чи є вік взагалі у цих хвороб? Конечно, это пациенты в основном возрастные, потому что это взрослая кардиохирургия. Мы знаем, что есть еще пациенты детские, вот, и это детская кардиохирургия. Если взрослые, они в основном болеют приобретенными пороками сердца и приобретенными заболеваниями сосудов сердца, то дети, они врожденными заболеваниями болеют. И эти врожденные заболевания необходимо лечить тоже в младенческом, либо в каком-то срочном возрасте. Те пороки, которые, собственно, могут быть в разных органах. Но самый страшный порок, конечно, это порок сердца. Згідно з даними ВОЗ, найчастіше люди помирають у більш розвинених країнах через інсульт та ішемічну хворобу серця. Чи так у нас обставини теж? Та, у нас то же саме обстоїть. Такі вже люди. І вроді як страна розвита. В странах розвитих ми всі вынуждені заболівати від болезні серця і сосудів. Уже много-много років, кожен год ВОЗ печатает на своем сайте причину смертности от различных заболеваний. Оно делится по разным категориям. Есть общее понимание, например, сердечно-сосудистые заболевания. Есть, которое делится, в свою очередь, на заболевания сердца, заболевания сосудов. То есть сердце, как правило, это инфаркт миокарда. Сосудов – это, как правило, ишемический инсульт или геморрагический. И третье заболевание, входящее сюда, в тройку, приносящих самые плохие последствия в виде смертности, это тромбоэмболии легочной артерии. И вот они имеют практически половину вклада в смертность населения в развитых странах. Що можна зробити, або якось попередити ці хвороби, спосіб життя, можливо? Очень интересный вопрос, и уже который раз я выступаю, и выступают мои коллеги, и, в общем-то, мы говорим об одном и том же все время, что нужно изменить образ жизни, нужно отказаться от курения, нужно вести определенный питательный режим. И более того, в Соединенных Штатах Америки есть так называемая Food and Drug Administration, в которой даже есть сайт, каким образом нужно регулировать нагрузки физические. У них даже есть такое понятие 40 минут джоггин. То есть это так называемый быстрая ходьба, либо чуть-чуть бег трусцой, либо 15 минут брикинг, то есть это быстрого бега в день, который позволит нам жить длительно. Потом у них есть рекомендации по ненасыщенным жирным кислотам и так далее. То есть, в принципе, это рекомендации по здоровому образу жизни. Но ко мне приходят люди, уже пациенты, которые эти рекомендации в свое время не знали, не выполняли. И моя задача их таким образом помочь, чтобы исправить то, что уже сложилось. То есть я уже работаю с финалом. А мы должны, конечно, были бы работать профилактически. Но и здесь не все очень просто. Ведь та же ВОЗ печатает данные об первичности сердечно-сосудистых заболеваний, от чего люди умирают. Потом рак, потом идут респираторные заболевания легких. Но есть тут и очень интересный нюанс, тот самый, который называется подводная часть айсберга у нас в медицине. И она является некой революцией Коперника. То есть когда есть понимание, что вокруг Земли все крутится, и это была эпоха Птолемеев. И вот в 16 году, в мае, 3 мая, допустим,
Выходит большая статья в British Medical Health Journal, что в Соединенных Штатах Америки, я даже ее специально распечатал, для того, чтобы... Можно я ее весь? Ну, конечно, ее... да, страничка с сайта. Так. И перевод этой статьи, я сначала подумал, что я не знаю английский, потому что, ну, навряд ли это все может быть именно в том виде. Помните, когда Коперника даже хотели сжечь на костре в свое время за те идеи, которые он декларировал, в том, что все-таки не Земля в центре Солнечной системы, а Солнце в центре. Он еще не знал, что даже не Солнце — центр Вселенной. Но, тем не менее, мы уже дальше развиваемся, понимаем, что мы живем в галактике. Так вот, и приходит эта статья, которая говорит, что... А я врач. Я читаю, медицинская ошибка — это третья причина смертности в Соединенных Штатах Америки. Ого. У меня становится неуютно. Каждой новости... Помните, как долго мир привыкал к формуле Эйнштейна, который говорил, что энергия равна МЦ квадрат. Это перевернуло мир, все с новостью новой стали бороться. Я до сих пор не понимаю, что это абсолютная энергия. Но это был детский сад по сравнению с квантовой механикой. Тоже здесь приходится сначала ментально привыкнуть, что я носитель, как врач, третьей причины смертности, ну, если бы я работал в Соединенных Штатах. И, конечно, когда мы говорим, на какую медицину мы равняемся, к какой медицине мы приближаемся и на кого мы хотим быть похожи в результатах, мы что, хотим быть похожими на систему, в которой третья ошибка приводит к смертности? Ну, навряд ли же это прямой выход, да. Правда же, да? И здесь понимаешь, что на самом деле, читая эту статью, профессура из Джона Хопкинса, такой есть университет медицинский в Балтиморе, они говорят, что эту причину мы не сможем никогда увидеть. Никто нам о ней не расскажет, никто нам ее не покажет, никто даже сам лично в ней не признается. Потому что мы не имеем специалистов сразу готовых. Ни от младшего персонала, ни до старшего персонала. Мы имеем уникальных специалистов, но они штучные. И все пациенты в основном, а это 35 миллионов госпитализаций в год только в Штатах, госпитализаций, 600 тысяч смертности, скажем, у них, ну, статистика есть, ее использую, от сердечно-сосудистых заболеваний, потом 500 от заболеваний раком, там 150 тысяч от заболеваний легкими. Так вот, вопрос, мы их лечим достаточно? Нас хватает тех самых высококлассных специалистов, которые должны развиваться? И сегодня... Очень кстати, я зашел в гости к своему заведующему ангиографии Андрею Владимировичу Басацкому, и он читает у себя на компьютере статью. А статья достаточно интересна тем, что в ней говорится, сколько процедур эндоваскулярных должен уметь делать, то есть обязательно выполнять специалист в год, не только центр, ну, я сразу расскажу, 200 процедур должен выполнять центр, и не менее 75 процедур в год должен выполнять специалист, чтобы у него не было так называемого человеческого фактора, влияющего на здоровье наших с вами родных и близких. И вот этот момент, когда ты уже созреваешь как профессионал, ты понимаешь, какую огромную ответственность ты несешь, и как мало ты знал тогда, когда был молодой, и думал, что тебе достаточно твоего рвения, и твоего интереса, и твоей жажды, и этого вполне достаточно. Нет. Нужен профессионализм. И чтобы он был, надо постоянно работать над этим и постоянно заниматься саморазвитием. И в этом и задача высококвалифицированного центра. Я в таком работал. Постоянный тренинг, постоянная работа с пациентом и освоение новых методиков от момента, скажем, секционного, когда не живой орган используется, там, животного и так далее, до момента уже какого-то сухой, так они называются, wet lab, то есть лаборатории, которые работают на животных опытных, до момента нашего пациента. Потому что в кардиохирургии нет нюансов, то есть нет мелочей, извиняюсь. И все в нюансах. И это каждая мелочь может привести к фатальному осложнению. Допустим, когда я работал, работаю и буду работать, я должен знать, что при разрезе, при остановке сердца у меня есть 25 мест, в которых может быть кровотечение. Если я не проверю их 3-4 раза,
каждый из них будет причиной тампонады, то есть накопления в крови сердечной сорочки, это будет причиной смертности. Когда Одрикс строился в кардиоцентр, и оно принимало стандарты международные, меня еще один маленький момент удивил. Международные стандарты, которые контролировала фирма Medtronic, одна из самых больших фирм, она сказала, что мы закладываем в этом высококвалифицированном центре 2,5-4% летальности от моих операций. Мы закладываем такое-то количество кровотечений, мы закладываем такое-то количество успеха. То есть это прагматично, но это хороший результат. Мы говорим, что случается ужасно, никто не хочет попасть в эти проценты. И мы специально работаем над этим, чтобы вот эта третья причина смертности не оказалась из-за меня. Пусть что угодно будет, но только чтобы я был на том уровне профессионализма. Ее выявить невозможно. Они в этой статье говорят о том, как это сделать. Кто должен сознаться, что он сделал ошибку? Кто должен его проанализировать? Какой орган вообще должен контроля этим заниматься? Это каждый раз плохой доктор или это системная ошибка? Это каждый раз должно быть наказание, потому что этот человек пойдет в суд. Каждый раз родственники приходят, вам им сказать от чего, им не говорить от чего. Это, как мне говорила моя сестра операционная, взрослая уже, и я расстраивался из-за того, что у больного осложнение. Она говорила, да, это хирургия. И мне становилось легче, потому что я понимал, что если кто не работает, тот не ошибается. У Генрі Марша навіть є, здається, така книга, так? Він також приїжджав до Одріксу, презентував її, про помилки там теж багато написано. Да, но і вопрос, а когда остановиться? Вот я недавно был, разговаривал со своими коллегами из других стран. Я говорю, вот мы начинаем новое. У нас получился смертельный случай. Вроде мы красиво пришили пуговицы к нашему пиджаку, но носить его невозможно, пациент умер. Мы будем в следующий раз это делать? А если второй раз умрет? У нас становится психологический барьер. Мы не можем позволить себе идти дальше. Но и мы тогда внутренне и профессионально останавливаемся. Але ж ви зосередитесь маєте на тих людях, яким ви допомогли? Ви ж у цей момент думаєте також про те, скільки людей стали здоровішими, скільки людей отримали нове, нормальне життя завдяки вам, так? Інтересно. Психологічно це не має для мене, як врача, ніякого значення. Хороший результат – це норма. Плохий результат – це не норма. Я розумію. Тому, коли ми живемо з нормою, це одне діло. Норма – це коли вам 32, і ви празднуєте день рождения, вам доктор не нужен. І тоді вы принципиально здоровы, вы не понимаете, что вы можете быть больны. То есть вы приглашаете родственников, вы счастливы, то есть у вас праздник. И понимаешь, что все впереди. Но когда у вас уже 60 и старше, и тебя... Знаете, с каким интересным вопросом приходят люди ко мне с заболеваниями, с очень искренне удивленные. Они говорят... Доктор, у меня такого никогда не было. И я не знаю, что им ответить. То есть мне им сказать, не может быть, как это не было. Ну, или добро пожаловать, можно сказать. Или как еще им сказать, ответить, что ну вот, это наконец-то? Или это как? Но настолько искренне они к тебе обращаются, говорят, у меня такого же не было. Я говорю, ну все, вот давайте начнем работать. Серцево-судинних захворювань на Одещині доволі багато, мені здається, і в Україні також. І ситуація чомусь не змінюється. Чи змінюється, скажіть? Ми бачимо те, що все ж таки медицина, вона розвивається, так? Але ситуація якось не рухається. Це через самих людей чи як? Этот вопрос, он же ж наверху. То есть, заметьте, що не я надо... наче вже і відповіла сама, так? Конечно. И он 20 лет был основным вопросом в той же стране, которая нашла, что третья причина смертности – это медицинская ошибка. Они сказали, не надо лечить, надо профилактировать. И создаются рекомендации, что сделать, чтобы предотвратить. И они ввели вот тот самый здоровый образ жизни, который уже и на детской земле тоже внедряется, в том количестве фитнес-центров и той трассе здоровья, на которой можно увидеть много
красивых и сильных людей, пытающихся друг друга обогнать и не сбить. И это дает нам возможность... Это пропаганда здорового образа жизни, она является основой для того, чтобы общество стало здоровее, и для того, чтобы у меня было меньше работы. Но меньше работы у меня не будет, потому что мы запрограммированы в какой-то степени прийти к тому результату. Просто он будет дальше. По времени мы проживем ту жизнь полноценную, больше. То есть мы придем ко мне не в 55 лет, как это было 20 лет, когда я начинал работать, а в 65. Но это будет и сложнее для меня, потому что это другой организм. Ой, мені хотілося б, знаєте, все ж таки, щоб люди приходили і говорили: «Доктор, у мене там насправді є серце, щось воно не болить». Ні, ніколи. Так? Тобто десь у так, 70 років людина приходить і говорить: «Доктор, ну послухайте, щось там б'ється, але дуже, дуже затишно із ним». Дуже цікаво слухати від вас цей питання, тому що серце – це орган чого? Орган... Любви? Відчуттів, почуттів, да, кохання. І я би дуже не хотів би, щоб вони приходили взагалі друг к другу або комусь і говорили, що у мене серце не болить. Значить, що він зовсім уже нічого не чувствує, чоловік. Іменно по любві, ощущенням і з того самого. Тобто, бачите, я перефразирую ваш вопрос. Ви ко мені вопрос задали як врачу, а я вам задав вопрос як професіоналу в... чоловічних взаємовідносин. Знаєте, в школі вчора мій старший син якраз робив завдання домашнє, і там було питання: для чого нам потрібне серце? І знаєте, що він написав? Для того, щоб любити. Поэтому, якщо человек приходит ко мне даже в 70 лет и говорит, что он его не чувствует, значит, это совсем плохой фактор. Пусть лучше приходит и говорит, что-то у меня сердце болит, дорогой доктор. А говорит, тогда вас это хорошо, значит, вы переживаете. Давайте, можливо, ще дамо якісь рекомендації, все ж таки, як попередити захворюваність цю і взагалі зробити так, щоб було її менше, принаймні в Україні. Ну, я вже відмітив, що це фізична активність. Вона навіть своїми определеними словами говориться. Тобто брейкінг, джогінг, це біг ежедневний, 15 хвилин активний. Либо 40 хвилин ходьби, швидкий. Але це не має бути таке, мені пацієнти говорять, вернее, те, которые не хотят стать пациентом, они говорят: послушайте, у меня такая работа, я столько бегаю, мне так не подойдет. То есть вы должны посвятить этому определенное количество. И даже в международных рекомендациях определено, что для того, чтобы ходить долго с сосудами закрытыми на ногах, нужно под контролем, то есть кто-то должен контролировать, чтобы вы 40 минут в день ходили до усталости. И мы, говоря об физической активности, говорим, что до усталости. И, конечно же, то самое питание. Но тут есть очень опять подводная часть айсберга. У нас есть время, чтобы я вам рассказал, в чем она заключается? Так, будь ласка. Смотрите. Идет исследование международное, в какие страны заболевают больше всего сердечно-сосудистыми заболеваниями. Туда входит Америка, туда входят различные народы, которые... вроде как ничем от других не отличаются. Смотрят, почему французы меньше болеют, почему другие народы, которые вроде как находятся рядом, болеют больше. Чому? Думают, наверное, это фастфуд. Ось про французов, мне кажется, что они додают вино. Да, говорят, может быть, это алкоголь. Какой-то. Да. Некоторые даже сделали интересный момент, может, это фуагра у французов, которая помогает им дольше жить. И потом начали считать калории. Сколько ест американец, сколько ест остальные народы. И оказалось, что калории одинаково. Но французы более стройные, как мы увидели в этом исследовании. Все остальные, этот вес у них откладывается. Не могли найти причину. И там алкоголь, ну да, в Германии больше пива, здесь больше вино. Знаете, какому интересному... Мне так цікаво, я уже чекаю, когда вы скажете так. Ну что, я нагнетаю обстановку, сейчас я говорю. Оказывается, вопрос не в том, сколько мы калорий потребляем, в том исследовании пришли исследователи к выводу, а с каким настроением мы садимся за стол и с каким настроением мы обедаем, ужинаем. И когда француз ужинает, он обязательно это делает красиво, и для него это не время... Это самое любимое времяпровождение. Если вы были в Ницце там, или на юге Франции, вы видите, как там оформлены кафешки. То есть это, ну, оно может быть и в других местах также, но это именно со вкусом людей, которым нравится провести длительное время. Они не ненавидят себя за то, что они едят этот
пончик или этот гамбургер, или чизбургер. Вы насолоджуете, так? Понимаете, ежи. Как мы хватаем, вернее, в некоторые, мы знаем, что это плохо, но мы настолько голодны, мы ненавидим себя, что вынуждены запихивать это, терпим до вечера, потом не выдерживаем, наедаемся, ненавидим себя. И вот эта неприязнь к тому, что мы не выдержали, то есть это негативное отношение говорит нашему организму, что что-то не так, какой-то есть негатив. И всегда, и он, значит, надо что-то делать. Стресс он откладывает куда? Бока и так далее. И он откладывает это вместо того, чтобы приятно это все использовать для жизни. То есть настроение. Тобто треба насправді просто насолоджуватися тим, що ви робите. Їсте, чи бігаєте, чи розмовляєте. Все, що робите, намагайтеся отримувати насолоду. Так? Звісно. Це лікар нам говорить. А ми ще сумніваємось в тому. Тому навіть та обстановка, в якій ми живемо, ми ж живемо в обстановці вдома, обстановка на роботі, обстановка в обществе, обстановка в государстве, она влияет на тот стресс. Мне сегодня сестра приходит моя, я все с сегодняшнего дня, кстати, вам рассказываю. Я говорю, ну как вы? Такое же происходит. Она говорит, плачем. Все дома плачем. Ну, говорю, я так думаю, ну где же вы будете здоровы тогда с таким состоянием? То есть, да, но есть люди, которые счастливы даже в очень сложных условиях. Очень, даже есть те моменты, которые обескураживают. І мені це теж секретний момент, але я можу з вами поділитися. Будь ласка, давайте, всі секрети. Я б хотіла теж щось розповісти, але я б послухала. Хорошо. Якщо говорити про християнство, а я православний християнин, то в життях святих є какой-то та же сама революція Коперника, или там Ейнштейна, или квантова механіка, там є парадокси, які говорять о том, що мучители в перші времена християнства мучили християн, но їх становилось більше і більше. То есть это парадокс, который невозможно объяснить ничем, кроме как бы тем, что христианство – истинная религия. И почему они становились мучители сами христианами? Потому что, как говорил один из мучеников, он же Дмитрий Солунский, например, он говорил, или Спиридон, они говорили, что мучения эти – радость для нас. И это непостижимо. Оказывается, я для себя сделал вывод, что радость живет не от денег, не даже от чего-то, что у нас вокруг. Радость живет внутри. То есть вот это то самое царство радости, то есть царство небесное, рай, как там, оно живет внутри, в том органе, которым я, собственно, и занимаюсь. Но я там его не видел, но я там чувствовал, глядя в глаза пацієнтів, где у них живет радость. Я навіть не знаю, знаєте, що додати, окрім того, що я дуже вдячна вам за ці слова. Вони дуже важливі сьогодні, важливо пам'ятати про це, тому що ми іноді впадаємо в якусь істерику, паніку, але насправді через якісь проблеми ми зростаємо. Як би ми там хотіли чи ні, але ми зростаємо. У нас ще є час, я можу закінчити, да? Так. Общество наше, маленькое семейное, там, в работе общества или общество большое, в котором мы с вами живем, это как маточный раствор. И какими мы будем в этом растворе, такой из нас и получится, то есть такой получится в этом растворе кристалл. Если мы будем чистыми внутри и честными, то и кристалл будет чистый и честный. То есть мы порождаем рождение вот этих кристаллов. И для нас принципиально важно, что от нас это зависит. То есть если мы будем радостны внутри, в нашем сердце, опять же орган, да, то и вокруг нас люди будут радоваться. И Серафим Саровский, святой такой, в 1833 году умер, он говорил, что стяжи, то есть приобрети дух мирен, даже не радостен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Он говорил приходящему, каждому говорил, радость моя. И это было не искусственно. Они понимали, что он для них, что этот человек для него абсолютная радость. Я дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас, за цю бесіду. Дякую. Я сама для себе багато чого почула сьогодні. Сподіваюсь, що і глядачі також. Турлюк Дмитро, кардіохірург за відділенням кардіохірургії медичного дому «Одрекс». У нас в гостях сьогодні поговорили ми про кардіохірургію трішечки, але більше про серце, як не хворіти, та взагалі, як залишатися здоровим та радісним.
Це був денний ефір на 7-му телеканалі. В студії провела його Тетяна Милимко. Усього найкращого.